Dear Best, the best. Сегодня у нас USB-концентратор с выключателем на 1, 2, 3, 4 порта. Упаковка. Отличный блистер, хорошего качества. Да, то есть то, что он доедет, не побьется, можете быть точно уверены. Ну, что-то у нас написано 4 порта там. И всякая ненужная нам информация, что подходит под Windows, Mac OS, Linux, что там еще, Windows XP, Windows Vista, ну и всякое такое. Подойдет ли под Windows 10, мы посмотрим. Так, когда оно у нас произведено? 8 апреля 2016 года. Инструкции на английском, французском. Английском и французском. Куда и должно было ехать. Так. Значит, этот USB у нас хаб может использоваться для мыши, фотоаппарата. Вот это вот интересно, что такое? Что-то вроде CD какого-то рома или плеера. И вот у нас тут принтер, факс и всякое такое. Вскрываем и вынимаем этого красавца. Теперь смотрим более внимательно. Хочется отметить хорошее качество деталей. Вот тут у нас глянцевый пластик. Так. Здесь не глянцевый, такой типа soft touch. Вот здесь опять глянцевый. Тут у нас ничего не болтается, все хорошо закреплено. То же самое с USB 2.0. Да, тоже все отлично. Вот еще один USB. Теперь осталось проверить, как же это чудо работает. Для начала проверим, как это работает на компьютере. У нас тут Windows 10. Значит, мы берем этот вот концентратор и сейчас его подключим к нашему USB-хабу, который уже выведен из компьютера. Так, вот мы его тут вытаскиваем. Ага. Ага, а, вот, да. Вот. И подключаем. Подключение произошло у нас. Так, сразу скажу, что у меня мышка питается от этого хаба, поэтому я сразу подключу, чтобы у нас была мышка. Теперь проверим, работает ли у нас мышка. Сейчас, секундочку. Так, вот так подержим, чтобы она не упала. Естественно, вы видите, мышка не работает. Но почему? Потому что мы не нажали кнопочку включить, а ее надо нажать. Нажимаем. Видим индикатор. Устройство включено. Теперь должно все работать. Смотрим на экран. Так, фиксируем. Мышка заработала. Теперь попробуем подключить сюда какие-нибудь дополнительные устройства. Итак, вначале попробуем подключить флешку. Так. Включаем.
Смотрим. Устройство Kingston найдено. Мы его проверяем для гарантии. Смотрим мой компьютер. И вот у нас есть наш Kingston. Отлично. Теперь попробуем подключить сюда планшет. Вот этот планшет. Значит, вставляем сюда микрокабель, микро-USB кабель и непосредственно вставляем штукенцию сюда. О! Вставили. Тут у нас видно, пошло подключение. И на компьютере BlackBerry Manager тоже нам показал, что происходит инициализация доступа к устройству. Так, ждем. Просто BlackBerry подключается как сетевой диск, и это все не так просто. О, вот он открылся. Видите, Playbook. Playbook. Так, смотрим здесь. Вот у нас подключился планшет, а вот у нас подключена флешка. И одновременно у нас работает мышка. А? Видите? Что мы еще можем подключить? Давайте попробуем подключить Action камеру. Попробуем подключить Action камеру. Вот у нас Action камера. Мы ее ставим сюда. А сам разъем подключим вот сюда. Немножко не той стороной. Сейчас будет той. О! О, камера отреагировала, подключение услышала. Проверять мы не будем. Вот диск камеры 30 гигабайт. Вот он открылся. Что у нас тут есть? Ну, что там есть, короче. Так, отлично. Итак, что у нас сейчас подключено? Флешка, планшет и экшн-камера. И мышка. Вот видим. Флешка, планшет и экшн. Камера. Хорошо. Идем дальше. Давайте попробуем еще подключить кардридер. Продолжим. Берем кардридер. Берем карту. Вот они. Вставляем карточку в кардридер. И теперь пробуем подключить это все чудо в USB концентратор. Так, подключили. Слышим эффект. И видим, вот наша карточка. Диск О. Но это он не хочет открываться, но это проблема не наша. Мы, оказывается, не той стороной его вставили. Подключаем. Вот наш диск О. Вот включен кардридер и читает микро SD карту. Вот она здесь. Итак,
мы смогли подключить одновременно экшн-камеру, планшет, мышку, microSD-карту CardReader, флешку на один компьютер через один USB-концентратор. Итак, что мы можем сказать? Мы можем, как всегда, сказать GearBest, TheBest,